Сегодня в 80 регионах страны стартовала апробация всероссийских проверочных работ для учеников начальной школы. Ожидается, что в ней примут участие 750 тысяч четвероклассников. В Чувашии для участия в апробации отобрано 28 школ, по одной в каждом муниципалитете и 3 в столице республики. Всероссийские проверочные работы не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне и должны дать представление о том, как дети усваивают программу начальной школы, на что необходимо обратить внимание с точки зрения продолжения образования. Апробация пройдет в 3 этапа. 1 и 3 декабря – диктанты и основы системы русского литературного языка. 8 декабря – математика. Всего участникам предстоит выполнить 16 заданий по русскому языку и 12 заданий по математике. Учебниками, рабочими тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, калькуляторами пользоваться нельзя, а вот выполнять задания сначала на черновике можно. Правда, оцениваться черновики не будут. Результаты проверочных работ на итоговые оценки за четверть и полугодие не повлияют. Кстати, в свое время похожие испытания в школах проводились. Они назывались рановскими или гороновскими контрольными.